Сегодня в программе «Торговый эксперт» вы увидите. Здесь вы найдете все, что сделает ваше гнездышко теплее, уютнее и гармоничнее. Окна – это глаза вашего дома. И чтобы их подчеркнуть, необходимо подобрать соответствующее обрамление. Римские нитяные шторы, японские панели, все виды ламбрекенов, 250 видов тюлей и столько же портьерных тканей. В салоне «Тысяча и одна штора», который расположен на третьем этаже торгово-сервисного центра «Континент», вам помогут найти неповторимый стиль и создать уют в доме. «Тысяча и одна штора» – это крупная компания по пошиву и продаже тюлей и штор. В ее составе производство и склад, расположенное в Гродно, а также целая сеть салонов в разных городах Гродненской области. Один из них – в Лиде. В салоне «Тысяча и одна штора» работают дизайнеры, которые индивидуально подходят к каждому заказу. Сделайте несколько фото своей комнаты, а дальше дело за профессионалами. В интерьере вашего дома преобладает хай-тек, тогда будут, кстати, японские панели. Ищите что-то легкое? К вашим услугам сотни комбинаций из нитяных штор. Любителям экстравагантных решений наверняка приглянется жесткое бандо. А ценителям классики придутся по душе прямые раздвижные портьеры в сочетании с нежным тюлем. В детскую я хотела что-нибудь легкое, необычное. И в салоне «Тысяча и одна штора» мне предложили вариант римской шторы в сочетании с декоративной легкой тюлью. Как видите, получилось красиво, и я довольна результатом. Поэтому я решила еще заказать тюль на кухню. Салон «Тысяча и одна штора» не зря так называется. Атлас, жаккард, шинил, органза, велюр, фатин. В представленном ассортименте 1000 тканей, а может быть и больше. Есть бюджетные варианты, а есть и дорогие коллекционные. Последние – это в основном ткани-компаньоны. Словом, компаньоны именуют людей, занятых общим делом. Точно так же называют и ткани, специально предназначенные для оформления интерьера в едином стиле. Ткани-компаньоны всегда имеют сходный дизайн, текстуру или цветовую гамму. Ткани-компаньоны могут быть представлены разными вариантами. Портьерной ткани и гординным полотном. Они стилистически дополняют друг друга и позволяют делать нам интересные композиции на вашем окне. Кроме того, мы можем использовать ткани с одинаковым рисунком. Например, портьерная ткань и органза с жаккардовым рисунком. Единый стиль, интересное решение. Ткани-компаньоны можно выгодно использовать не только при изготовлении гордин и портьер, но и покрывал и подушек. Окна и кровать, драпированные сочетающимися между собой тканями, создадут единый ансамбль и придадут помещению лаконичный законченный вид. Мы предлагаем ткани турецкого производства, весь товар сертифицирован. Изюминку интерьеру придадут декоративные украшения, магниты, подхваты, кисти. Одним словом, здесь вы найдете все, что сделает ваше гнездышко теплее, уютнее и гармоничнее. Внимание! В продаже появилась настоящая лепешка из тандыра с сыром. Такие лепешки в агрогородке Дайлиды Ивевского района пекут носители древних традиций хлебопечения – уроженцы Средней Азии. В чем же их особенность? Самое главное, в этом хлебе нет никаких химических добавок. Лепешка делается из твердых сортов пшеницы, которые привозятся из Казахстана и Ставропольского края России. Такая мука очень полезна для организма. Она содержит тиамин, который необходим для нормального протекания процессов роста и развития, а также минеральные вещества – калий, фосфор, железо и марганец. После употребления такого хлеба повышается бодрость, так как в нем есть специальная аминокислота триптофан. Тесто содержит много полезной клетчатки, в нем нет сахара. Лепешку могут есть и диабетики, и люди, склонные к полноте. Тесто для лепешек готовится вручную, после чего круглую форму помещают в тандыр, специальную керамическую печь. Хлеб печется при температуре 350 градусов. Процесс приготовления лепешек происходит ночью, чтобы с самого утра свежий хлеб был в магазинах Лиды, Березовки, Новогрудка, Иве и Воронова. К слову, хранится он до 72 часов.